мешай. Всем привет, с вами Ксюша. Сегодня будет обзор вот этой коробки, просто огроменный. Она примерно как я. Посмотрите, какая она широкая. Заказывала я ее в интернет-магазине. Ссылочка на этот магазинчик будет в описании. Называется он zaka.ru. Там очень много всего. Есть и канцелярия, и все для работы, и для кухни, и для дома, и для ухода за собой, и гирлянда. Вот чего там только нет. В общем, я выбрала самое интересненькое. Я-то знаю, что там лежит, а вот вы нет. И сегодня я вам сделаю небольшую, если так можно сказать, экскурсию, ну или обзорчик на очень клевые вещички от Zaka. Ребята, обязательно переходите на этот магазинчик. Если вы там будете что-то заказывать, у вас будет целых 20% скидочка, если вы наберете промокод, который я оставлю также в описании. Поторопитесь, промокод действует всего лишь одну неделю. Поехали! И первое у нас будет вот такой пакетик. Здесь такое сердечко нарисовано. Пакетик от Zaka. И здесь, вау, это такой маленький калькулятор. Он такой няшненький, прям розовенький, прям такой гламурный. И, кстати, он довольно легкий. И вместится он в любой пенал, даже в самый маленький. Поэтому на математике он точно пригодится. Очень классный. Следующее, что я открою, это вот такие прикольные закладочки для учебников и тетрадей. Они в виде клубничек. Тоже милые. Вообще супер. Ребят, я очень довольна. Эти закладочки металлические, такие прям как скрепочки, очень классные. Очень интересно, что будет дальше. И это, я так понимаю, это клей-карандаш, он такой розовый, с цветочками. Кстати, у него так прям, знаете, твердо оно выкручивается, это очень классно. То есть она сама не будет там у вас в пенале раскручиваться, так знаете, обмазывать весь пенал. Она вот реально прям такая, видно, что она качественная, очень клево. У меня все такое розовенькое. И еще один такой клей, правда беленький, тоже с цветочками. У меня прям такое розовое настроение сегодня. И дальше идет ластик, тоже розовый. Я не знаю, что тогда на меня нашло, но они такие прикольные, реально. Здесь написано Lovely Candy, получается милые сладости. Вау, прикольно. И здесь вот такой вот коржик, собачечка милая. Вау, он очень клевый, поставлю его вот так. Это наклеечки кошечки. Вау, ребят, это кошечки, они такие миленькие. Я, конечно, люблю собачек, вот таких миленьких, таких сладких, но и кошечек тоже люблю. Они пригодятся для личного дневника, вот прям супер, и также их можно наклеить на чехол телефона или на зеркальце. Так, следующее в этом пакетике, это тоже ластик, он уже голубенький, здесь такое мороженка. Ребята, это же Back to School от Zaka. И дальше, так часто, тоже ластик, он розовый с цветочками. И он такой прозрачный, с разными оттенками розового. И здесь цветочек, посмотрите. То есть, получается, найдется так по всему ластику. Это очень классно. У меня теперь миллион будет ластиков. Кстати, я просто обожаю ластики, это просто моя слабость. Напишите в комментариях, какую канцелярию больше любите вы. Или обязательно проголосуйте у меня в сообществе. Следующее тоже ластик. Он такой голографический, миниатюрненький, кстати. Прям он так переливается, прям бомба. И он тоже беленький. Положу его вот так. О, идеально. Дальше. Последний в этом пакетике, чувствую, тоже ластик. Персиком. О, персик, это же просто лавки. Он такой прям персикового цвета. Чего можно было еще ожидать? Прям супер. Если не ошибаюсь, то это все ластики, которые я заказала. Нет, я вспомнила, у меня еще один есть. Нет, так, все, пакетик закончился. Так, следующее, что я достаю из моей большой коробки. Я так понимаю, это носочки. Так, тоже в пакетике они лежат. Они такие черненькие, суперские просто. Здесь такая желтая полосочка, где написано Girl Boss. Вот такие носочки с котиком. Вот здесь на пальчиках написано Love. Получается Love Cats. Так, ну а следующий мешочек. Я вижу там ручку, она вылезла. Вау, я вот такую ни разу не видела. Это что, интересно? Честно, заказала ради интереса. Это что-то непонятное такое, клевое. Так, открываем. Это ручка, а это что, тоже ручка? Две ручки, идеально. Это я поняла, как это делается. Это, знаете, можно как в виде циркуля его использовать. В виде циркуля или, знаете, такие прикольные штучки делать. То есть приклеивают ручку к ручке и вот так пишут одновременно запись. Или, знаете, или это еще можно этим суши вот так есть. Представляете, я в школу приду с такой ручкой, прикольная ручечка, положим ее сюда. Второй помешает.
Дальше идет вот такая белая ручка с таким помпошкой. И зайчик, он на пружинке. Вау, такой няшненький. Вообще, я не хотела изначально брать эту ручку. Ее уболтала взять моя мама. Но я реально ей довольна. Прям так, знаете, пишет такой. Вау. Итак, когда хочешь достать одноклассника, который сидит с тобой за партой. Кстати, лайфхаки, девочки, заказывайте такую ручечку. Если вам не нравится, можете сидеть попортить. Так, все, идеально. Мне она, кстати, очень нравится, и у нее очень мягкий помпошка. Прям реально. Там как будто сквиши. Так, дальше ручечка следующая. Посмотрите, такая мышка. И внутри ее вот такие вот блестяшки, такие добавочки в слаймик. Если ее, если как бы ручка закончится, можно открыть ее и высыпать слайм. Круто. Здесь резиновая штучка, то есть ее можно снять. Вау, круто. Ребят, это прям новинки, такие ручки. И вот вообще все такое я нигде не видела. Я очень довольна. Так пишешь. Волна обалденная. Там еще такая голубенькая была, фиолетовая. Там еще есть единорожка и кошечка, но мне мышка очень понравилась. Прям супер. Когда я выбирала канцелярию, я видела то, что не видела просто нигде. Это все новинки. Дальше идет такая фиолетовая ручка с единорожкой. Посмотрите, еще был такой голубенький, я помню, и розовенький. Он такой блестящий, суперский. Следующая ручечка, возьму вот это. Это динозаврик. Я помню, я такую очень давно хотела. Там еще был такой темно-зеленый. То есть он так нажимается, и здесь разноцветные ручки есть. Вот есть черная, коричневая, фиолетовая, синяя, голубая, зеленая, желтая, оранжевая, розовая и красная. Они обалденные. То есть, например, я хочу взять красную ручку, чтобы ее сбросить, я должна нажать на динозаврика. Очень клевая. Она матовая, очень прикольная. Я довольна. Так, дальше осталось две ручки, давайте достанем их две сразу. О, а это не ручки, ну ладно. Это карандаши, то есть один такой розовый, с цветочками. Я так понимаю, он вот такой, то есть если закончится, то можно вытащить и другим карандашком писать. Очень классно. И такой же голубенький, только с другими цветочками. Очень классно, я довольна, девочки. Мне очень понравилось вот это и вот эта ручка. Кстати, два динозаврика. Очень классные. Ой, извините, а вдруг мальчики тоже смотрят? Ну и мальчики тоже. Ну что же, вам интересно, что идет дальше? Вот огроменный пакет. О, интересно, что там лежит. Здесь такой кайфей прикольный. Кисточка маскароны. Я столько всего поназаказывала, то что уже не помню, что я заказала. Так, дальше идет. Я помню, это набор фломастеров, которые стираются, понимаете? Фломастеры, которые стираются. Здесь они, получается, идут в два слоя. Они очень прикольные, я их вообще не хотела заказывать. Но потом такая думала, вам же будет интересно посмотреть, что такое вообще есть. Потому что я никогда не видела фломастеры, которые стираются. Здесь просто все цвета радуги. От фиолетовых, каждый тон просто есть. Давайте посмотрим, например, вот этот зеленый. Очень интересно. Вау. Они получаются такие, и кисточка у них не гнется. Ребят, я пока что не очень сильно понимаю, как они стираются, но потом, когда я разберусь, вам обязательно покажу. Вау, здесь так много цветов, я даже не ожидала. Стоили они около 500 рублей. Следующее, это тоже закладочки, то есть эти в виде магнитика мороженки, а эти в виде скрепочек. Очень понравились эти закладки, они прям очень классные, няшные. Я хочу их открыть, вдруг там еще что-то есть. Как карапусь. Все хорошо, там ничего нет. Похоже на розовое золото. Такие прикольные. У меня просто фишка. Резиночки, закладочки и ручки. Что-то длинное. Это ластики-персики, которые я хотела больше всего. Посмотрите, какие они клевые. У меня фишка на персик. У меня теперь такой ластик-персик и такой ластик-персик. Здесь 5 персиков. Я их могу подарить подружкам. Обожаю ластики просто. Вау, они суперские просто. Такие обалденные. Вау. И ничем не пахнет. Что некоторые ластики воняют. Очень довольна вот этим. Я их ждала больше всех. Там еще были такие темненькие, но эти просто бомбические. Персик. И дальше идет... Это замазка в виде леденца. Я такой нигде не видела. Вот нигде. Вау, она такая желтенькая. Там еще была такая розовая и голубенькая. Вот такая. Очень прикольная. Я хочу ее открыть, посмотреть. Вау, она прям переливается. Что, как оно работает?
Я такую замазку просто нигде не видела. Ну, вы уже понимаете, что я такую замазку нигде не видела. Что я даже не знаю, как ее открыть. В общем, как разберусь, так и покажу. Потому что сейчас Ксюша что-то не понимает. Здесь что-то интересное. О, это степлер, вау. Кстати, у меня степлер уже очень старый. А это такой маленький, новенький. Прям обалденный, здесь даже скрепочки уже идут. И он, кстати, подходит к моему калькулятору, клею. Тоже подходит. И к ластикам. Очень классно. Сейчас мы его откроем. Такой маленький, посмотрите. Такой тюк-тюк-тюк. Так, откроем его. Вау, здесь пружинка. Соседи, потише, пожалуйста. Так, и вот такие скрепочки. Здесь написано 1000 скрепок. Представляете, как это много? Обалдеть просто. О, мне он так нравится. Дальше что лежит в этом пакете? И это ручки. Я их помню. Они такие прикольные. Это с такой сливой, получается, с авокадо. Это с грушей, а это с яблочком. Вау, они разноцветные. Там есть, например, зелененький, фиолетовый, белый и розовый. Белый, значит, он будет для бликов у меня, для рисуночков. Да, я заказывала набором, то есть там можно было их купить по отдельности, но я решила то, что так лучше. И проверим. Это розовенькое пишет черным. Ну ладно, для рисуночков, для окантовочки подойдет. Это, я так вижу, тоже черное. Они все черные. Я думала, они синие, но ничего, мне черные тоже пригодятся. Вообще на сайте было написано, какой они пасты. Просто мне они очень понравились на вид. Я даже там не читала, что написано, но они очень прикольные. Такие прям нежные. Обалденные. Ну, кстати, нам на математике черными ручками разрешают писать, поэтому подойдет. Дальше что я там нашла. И это вот такая прикольная ручка. Так, я на секундочку забыла, что это такое. Я, кстати, просто не смотрела, что это. Я просто увидела клубничку, такая, ну, закажу. Прикольно, здесь такие штучки. Мне кажется, это запасные чернила, колпачок. Потом как бы, типа, перо. Кстати, вспомнила, это ручка-перо. Вы знаете, как раньше писали такими, знаете, не именно перышком таким писали, а такой ручкой, знаете, вот с таким треугольничком еще так выписывали. Вот это она. Это чернила. И вот сами две ручки. Вот, это она. Я потом попробую залить туда чернила и как-нибудь красиво написать, знаете, как в залипательных роликах. Может быть, я даже изменю свой почерк, и он будет красивее. Так, следующая ручка с такими клубничками. Это даже не ручка, это какой-то маркер белый. Может быть, она просто изменяет свой цвет. Так, что это? Я думаю, она ничего не пишет. Ребята, может быть, это стиралка специально для этой ручки? Ребят, если вам интересно, я обязательно сниму видео. Ну, или обязательно вам выложу сториз в инстаграмчике. Ссылочка будет в описании. Смотрите, сколько у меня уже новинок. Очень много. Вот это. Это линейка мороженое. Мне она очень понравилась. Вот я прям даже не могла определиться, какую взять. Там было 3 цвета, и они были такие обалденные. Вау, она прозрачная, и здесь такие блесточки. Она суперская просто, написано айс. И что вы не пересыпаетесь? Ну, я думаю, они постепенно будут пересыпаться, потому что она была так упакована, так сжата. Мне как раз нужна была новая линейка, моя испортилась. Дальше идет... Это чехол на телефон! Я нашла вот такой чехольчик, где написано котик, и он с блестками. Он очень клевый, мне он понравился больше всего. Модель XS написано. Вау, он такой плотный. Мне как раз нужен был голубой чехол. Потому что у меня есть новый голографический костюмчик. И вот как раз туда нужен голубой чехол, которого у меня нет. И теперь он есть. Я давно не обновляла зеркальце, и вот решила его купить. И выбрала вот такой с блестками, которые перетекают. Здесь внутри такие зайчики и единорожки. Здесь такие ушки прикольные. А вот так, то есть, вот здесь смотришься. Так, показывать не буду, но вот здесь зеркальце. И еще линеечку я заказала. Она голубенькая с мышкой. У меня никогда не было таких линеек. Таких рельефных, вот здесь, снизу. Вот, потому что, как вы знаете, определение очень тяжело рисовать на русском языке. Поэтому вот я решила взять такую линеечку первый раз. У меня такой никогда не было. Она миниатюрная, тоже влезет в любой пенал. Потому что есть такие линеечки, знаете, по 3 сантиметра, по 20. Вот они вообще никуда не влезают, даже в рюкзак. А это прям супер.
Так, пакетик закончился, а теперь следующий. Кстати, пакет очень мне нравится. Следующее, что я достану, я хочу все пакетики достать. Вот какой-то пуф. Страшно, очень страшно, что там что-то упадет, поэтому посмотрим. Так, давайте возьмем вот это, вот что мне первое попалось на глаза. Это такая специальная подвесочка для украшений, для всяких колечек. Вау, очень прикольно. Теперь на моем столике будет какое-то обновление. То есть не подвесочка, а подставочка. Там еще была такая розовенькая, но я специально для столика выбрала белую. Здесь будут висеть всякие браслетики. Вот на эти вешалочки можно повесить сережки. Ой, не сережки, а колечки. Кстати, мне брат на 8 марта подарил колечко. Вот специально для него у меня и будет вот это вот делиться. И вот такой вот прикольный ланчбокс. Ну, там у меня будет, правда, лежать не еда, а украшения, сережечки. И, кстати, здесь есть такой прикольный лебедь. Такой классный. То есть вот здесь, например, какие-нибудь мелочи можно положить. Здесь резиночки, здесь какие-то сережечки, подвесочки, бусики. Вау. Я так понимаю, вот здесь сидит лебедь. Вот так. А вот тут деревце. Вау, это же обалденно, ребят, посмотрите. А, я так рада. Я просто представляю, как здесь будет все так красиво блестеть. Супер просто. Не зря заказала, я очень довольна. Я знаю, что это! Это, скорее всего, термос, который я очень сильно хотела. Или это какой-нибудь стаканчик, девочки. Сейчас посмотрим. И это что-то голубенькое. Почему оно голубенькое? Так, сейчас узнаем. Это фарфоровый стаканчик. Ну, не фарфоровый, а... Сейчас я забыла... Керамический стаканчик. Вау! Да, и здесь опять написано котик. Специально под мой голубенький чехольчик. Вау, очень прикольно. Сюда можно наливать кофе. То есть он с такими вот пятнышками, как у леопардиков. Вот эта сама крышечка мягенькая. Вау, очень прикольно. Стоил он 450 рублей. Так поставил, так закрыл. И вот так наслаждаешься чаечком или кофе. Дальше, что я достану, вот эта коробочка. Hello Water. Я знаю, это точно бутылочка. Вот здесь есть розовенькая, фиолетовая и голубая. И угадайте, какую я заказала. Конечно же, розовую. Это такой небольшой термосик. Он очень прикольный. Там даже какая-то инструкция лежит. Прям обалденный. Drink more. Пей много. Пей много, идеальненько. Так, он вот так открывается. А, нет, он даже вот тут открывается. Я закрыла. О, как интересно все. То есть вот так он закрывается, потом так делаешь и вот так. Ты должна его открыть и вот здесь вот так пьешь. Вау, он просто обалденный. Я очень довольна. Если поеду летом куда-нибудь отдыхать, то обязательно его возьму с собой. И, кстати, там были разные надписи, и мне больше понравился розовый. Как бы у меня вот так написано, остальных так. Этот лучше. Ну, по моему мнению, конечно. Да, ребят, кстати, там просто огромное разнообразие всяких кружечек, термосов, просто куча всего. Поэтому заказывайте. Если вы закажете точно такую же, то мы будем близняшками. И не забывайте, у вас всего лишь есть одна неделя, чтобы заказать много всякой прикольной мелочи. Например, чехольчик на 20%. У вас будет скидочка по моему промокодику. Не забывайте. Дальше там... Коробочка какая-то еще. Какая она тяжелая. Опять Hello Water. Это то, что я ждала больше всего. Это, сразу вам скажу, это стаканчик. Так, открываем. О, мне прям не терпится. Вау, так, это крышечка. Какая она тяжелая. Вот если он упадет, то все, roaming goodbye. Так, вот такая она беленькая. Потом идет ложечка в виде коронки. О, она такая маленькая, такая сладкая. Она прям как мой мизинец. Вау, она очень маленькая. Я даже не знаю, где такие ложечки можно вообще увидеть. Так, и сам стаканчик. Так, надеюсь, он не разбился, пока шел ко мне. Ой, ребят, сейчас вам все расскажу. И это стаканчик лебедь, то есть он такой прикольный, он розовый сам, посмотрите, он обалденный, просто суперский. То есть здесь вот так надевается крышечка, ой, она такая шатается, прям страшно. И вот такая ложечка вставляется, и как будто лебедь с короной,
Посмотрите, как клево. Вау, это просто обалденно. Я очень довольна. Так мешаешь? Очень прикольно. Я, наверное, не буду носить крышечку. Я очень боюсь ее разбить. Она прям такая тяжелая. Я лучше просто так буду пить, например, горячий шоколад или какао с зефирками. Очень клево. Мне прям нравится. Так, ребята, еще там последний товарчик, вещички. И, кстати, смотрите, здесь есть такой мешочек. Мой любимый. Обожаю хлопать. Кто тоже любит, обязательно ставьте лайк. Залипашка. Так, что там осталось? Какой-то пакет. Большой. Ребят, ну я-то знаю, что там, а вы нет. Я забыла, как он называется. В общем, такая специальная штучка, чтобы можно было читать по бумажке А4. А, да, я вспомнила, как он называется. Это планшет. И угадайте, он с персиками. В общем, меня, видимо, потянуло тогда на персики. Неважно. Открываем. Вау, какой он прозрачный. Я прям все вижу. Я вас вижу, девочки. Бумажечка здесь вот так цепляется. Кстати, очень прям крепкая. Вау, я очень довольна, у меня такой не было, и я ее давно хотела, и вот наконец-то ее приобрела. Этот заказ пришел так быстро, то есть заказывала я его во вторник вечером, а пришел он мне днем в четверг. Очень прям быстро. Ребят, я очень довольна этим заказом, и просто тут все такое классное. Я очень довольна ручками, и, кстати, я довольна фломастерами и всеми кружечками, они просто няшки. Еще мне нравятся зеркальца, ластики, прям, ну, короче, мне все нравится. Я же специально так все заказывала, то, что мне понравилось. В общем, и чехольчик такой, котик. О-о-о. Ребят, это еще не все, что можно найти на этом сайте. Там еще есть и рюкзачки, и пеналы, и всякие подушечки, светильнички. В общем, чего только нет. Там все очень клевое. Ну, а кому понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, переходите по ссылочке в описании и заказывайте товары со скидкой 20% с моим промокодом. Ну и всем пока!